Всем привет, дорогие друзья, ютуберы и подписчики, кто нас смотрит. Сегодня идет дождь. Вот. Снег еще есть. Идем платить в Сбербанк. Да, денежки надо заплатить. Денежки по кредиту. Вот, как раз прогуляемся. Да, покажем вам. Самое интересное, то, что мы сегодня увидели. Идем по лужам, по грязи. Так что вот. Идемте дальше. Путь. Смотрите, самое главное, до конца. И будьте в курсе событий в Кировской области. Даже ливневка не справляется. Сегодня дождь идет. 10 градусов. Тепла. Да. Снег тает потихонечку. Смотрите, какая. Лужиня. Речка получилась. Да. Мы такого не ожидали. Пойдем дальше. Вон там еще вдалеке. Папа. Я сказал, папа. Привет. Привет. Пойдем в Сбербанк. Платить. Вон там, смотри, еще. О, магазинчик. Покупайте, что хотите. Бесплатно. Она еще продолжается, пап. Это, наверное, самая популярная буря. А сейчас посмотрим большую лужу. Что давайте посмотрим. Все машины брызгают людей, так что люди безопасны, они одевают всегда баллонки, так что большая лужа вон там, большая лужа. Сейчас мы к ней подойдем. Так. И как ты искупался? Сыра нет. Каждую весну так здесь была. Вот речка, которая каждую весну ливневки не справляются. Знаете, получается, это море ведет в эту лужу. Получается большая лужа. Вот такая огромная. Марище. И туда дальше уходит к новым домам. Вот машина едет, сейчас посмотрим, как это все происходит. Вот так. Он потихоньку едет, боится. Ладно, а этот нет. Туда. Потихонечку. О, газелька едет. Нормально, да. Пойдем дальше. Самое интересное, сегодня снимаем во влоге. Он еще в паркурке. Идем в Сбербанк. А пройтись? Не надо. Все обходят большую лужу эту. Ладно, пойдемте домой. На теплотрассе травка зеленеет. Лужи. Бах. Обрызнул ведь? Бабулю-то, наверное. Всех обрызнул. Всех обрызнул.
Кручу, кручу, педали кручу. Догнать тебя я хочу. Да, вот это вот я не видел. Все, паводок идет. Одна денешенька. Чи-чи-чи. Сюда нельзя ничего кидать. Потому что тут, смотрите что. О, смотрите, утка. Утка, мы видели утку. Утка-путка. Утка-путка. Всем пока-пока. Хорошо, дождь прошел.